Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Ну что, зайдем в магазин и быстренько с тобой заберем, что нам полагается. А полагается нам бесплатно, ага. Ну она у нас прокачана, банши, поэтому никакой выгоды мы не получили. Так, зато по квестам, ага, квест завершен, делец. Так, зайдем тогда на арену, посмотрим. Нам достается 15 карточек на стража. И плюс ко всему, ага, термин. Слушай, вот это хорошо, вот это достойно. Термин мне нравится. Так, мы с тобой еще один квест завершили. Ну что, пойдем сразу в бой. Выберем с тобой командочку какую-нибудь попроще. Это, естественно, самая вот эта вот последняя команда у меня, которая по счету идет. Так, ну что, здесь достаточно, как всегда, нашего родного самурая. Так, выпускаем его на волю. И пошел он, пошел. А следом можно вызвать. Да, в принципе, тут не обязательно кого-то вызывать следом. Самурай здесь один справится. Просто будет всех сейчас крошить. Они пришли. Даже похитить не смог, потому что он слишком маленького уровня. Ну, а мы с тобой держали первую нашу победу на аренушке. Так, и заберем здесь. Окей, все, да. Одержите победу в битвах на карте. Понял. Так, ну что, давай посмотрим. Вы говорите, что поменять. Поменять, а что, друзья мои, нам менять? И стоит ли вообще что-то менять? Если у нас вот здесь вот можно было бы, конечно, что-нибудь поменять. Но опять же, большинство персонажей не прокачанных у нас. Так, а мы с тобой что, вот оно что. Слушайте, ребят, территория роботов. Ёк-макарёк. Толкатель. Секундочку, если тут толкатель плюс тени толкай, значит, нам нужно взять с тобой, наверное, вот эту команду, я думаю, взять. Тут у нас еще хорошо, что есть маг. В принципе, я думаю, что должно у нас все получиться здесь. Мне нравятся вот эти вот оголенные провода, еще и искрятся. Ну, круто сделано. Задний фон сделан на пятерочку. Он такой простенький, но и в то же время со вкусом. Так, ну что, давай, наверное, будем выпускать голема. Так, големыч пошел, пошел. И так. А вот, ребята, и толкатель явился, не запылился. Давай, наверное, мы сюда еще ниндзю с тобой позовем. Молнии, молнии, пошли. Замечательно. Давай этого прижучили. Пинаем. Пинаем Джаггера, друзья мои, пинаем. Не расслабляемся. Так, тени толкай все-таки уничтожил, да, мою ниндзю? Теперь взялся за голема. И опять ниндзю начал бомбить. Ты посмотри на него, а? Ну, мы его все равно сейчас ушатаем. Угу. Так, запускаем молнии. Застанили. Жабу с молотом вызываем. Да что такое-то там? Я никак не могу понять. Чего мы не можем вырубить-то их всех? Там что, там несколько, что ли, этих? Ё-моё. Я-то думал, что там такое? А там несколько было этих роботов-то. Вот оно что. Да ну. Неужели сфейлимся, а? Что-то вот мне говорит, что пахнет здесь фейлом. Как ни крути, блин. Ты прикинь? Ты прикинь? Ты вот такой вот ожидал эффект? Я так лично нет. Трындец просто. Просто, друзья мои, это трындец. Ты смотри. Ну. Да давай ты, господи. У нас 18 секунд, друзья мои, времени. Всего лишь 18 секунд. Как мы, блин, тут будем, извини меня, проходить? Мы сфейлимся сейчас. Прикинь. Вот тогда. Вот я не ожидал вот этого. Серьезно тебе скажу, что вот такого я не ожидал. Ладно, ускоряемся тогда, потому что здесь, ребят, все равно нам придется переигрывать. Я немножко даже офигел, если честно.
Думал, мы сейчас пройдем с тобой здесь легче легкого, но не тут-то было. Ну что же, нам придется переигрывать тогда этот этап. Потому что мы так не играем, ребята. Мы с вами проходим на 3 звездочки. То есть идеальная была победа. А такой расклад нас не устраивает. Значит, эта команда не оправдала себя. Да. Что же нам тогда делать? Ну, давай попробуем взять вот эту. Ну, давай рискнем. Давай рискнем. Здесь у нас все-таки есть и баллиста, который контрит практически все цели, дальники, да? А жнец, как лучший дамагер, получается, жнец. И кто у нас еще? Друидка и ведьма. Это как бы лучшие такие дамагеры. Так, ну что, он сейчас выпустит против меня кого там? Но у него все равно в любом случае будут посильнее. Опа, опа, опачки, давай. Так, и здесь уже надо будет, ребят, помогать баллистой. Так, баллиста, надеюсь, будет встанить клетку. Все, пускай сидят, передумают. Но если бы он хотя бы еще станил, было бы вообще великолепно. Ну, да, тени толкай, конечно. Во-во-во-во, видишь, смотри, что делает. Очень у него большой радиус, ребята, повреждения у этого тени толкая. Если честно, очень большой, поэтому он дальников моих так, честно говоря, и уничтожает довольно легко. Но здесь вряд ли ему что-то уже поможет, потому что мы уже его прижучили. И сейчас мы просто разберем уже базенку, да? Отлично. Хорошо. Так, ну что, поехали тогда далее. Так, переходим с тобой вот сюда. Это уже последний поединок. И здесь, ага, ядерный робот 99 уровня. Но сюда лучше брать команду дамагеров. Сразу говорю. Наверное, даже придется эту, потому что здесь еще робот с ракетой. Бесявый парень. Нежелательно нам стоять с тобой возле базы. Поэтому сейчас начнем. Давай, 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 поехали. Ага, Джиггернаут. Давай тогда выпустим Ронина. Эйх, Ронин, Ронин. Так, ну все равно мы его сейчас ушатаем. Отлично. Давай вызовем тогда еще прыгуна. Прекрасно. Ну, тут я уже думаю, что шансов нет у них на победу. Выпускаем ураганчик. Все. Идеальная победа. И забираем свои награды, честно заработанные. А это у нас сундучок, сундук роботов. Из него нам выпадает 9 кристаллов и ядерный робот, 7 штук, плюс трансформатор. Ну что, у нас с тобой долина подданных, собственно, персоны. Здесь у нас крестьянин плюс паладин. Я думаю, что вот эта команда должна, в принципе, справиться. Ой, подожди, зачем я так сделал, ребят? Ё-моё. Успею я паладина вызвать? Успел. Ну тогда хорошо, если успел, то нормуль. А вот если бы не успел, это было бы очень даже не нормуль. Вы что ли? Так, Палыч вышел, собственно, персоны. Что будем делать? Давай, наверное, вызывать некро. Так, погоди, мне не нравится такой расклад. Дай карточку. Угу, вроде бы разрулили, да, ситуацию? Вызываем тыквоголового. Ну и начинается тут расколбас. Все, сейчас мы и базу с тобой уничтожим. Да? Да. Нет, паладин вышел. Вот ему не имется, ему надо обязательно повоевать, а? Получит. Все, победа. Так, ну что, первый поединочек довольно неплохо у нас прошел. Двигаемся, соответственно, дальше. Переходим на вторую локацию. И здесь у нас копейщица.
против копейщицы. Ну, давай отыграем, наверное, этот отряд. Чего уж тут, да? Прыгать с одного на другой. Тут у них зима. Видишь, речка вон там течет какая-то сзади. Льдом, как говорится, не покрывшаяся. Ну и... Что-то никто не выходит пока. Вышел Палыч. Оу, нет, 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 нет. Твою налево. Давай быстрее, ты круглоголовый, ты здесь нужен. Ты необходим просто здесь. Так. Вызываем еще одного самурая. И, конечно же, корни. Конечно же, друзья мои, корни выпускаем. Отличненько. Так, одного мы с собой ушатали. Ну, Палыч, ты достал, а? Видишь, ты жесткий, непробиваемый просто. Ну все, мой отряд идет. Мы уже дошли до вражеской базы и сейчас, естественно, ее уничтожим. Тут уже шансов нету, когда ты по голову сзади на прихватке, да? Плюс самурай, воблер. Там еще у нас и некро помогает, так что. Тут исход был ясен уже сразу же. Он упустил свой шанс на победу. Так, ну а мы двигаемся с тобой дальше. Третий этап. Так, здесь грифа. Вот против грифона мне здесь некем воевать. Поэтому здесь я возьму, пожалуй, наверное, вот этот отряд. Потому что здесь есть паладин. А паладин довольно неплохо, в принципе, справляется с грифоном. Хоть он получает, конечно, урон. Но он... Тихо, 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 роднулька, куда это побежал-то? Ты думаешь, на тебя управа не найдется, что ли? Ха! Жить! Вот и все. Блин, паладиныч пошел. Жить! Так, мы против вражеского паладина, мы можем, в принципе, с тобой позвать нашего паладина. Как вариант, да? А еще лучше, если мы сейчас с тобой позовем друидку. Успеем ли мы ее позвать? Так, что это, он там напугался, что ли? Ураганчик. Вот, сейчас будет весело. А вот и грифа появился. Да-да-да-да-да. Не успела, конечно, наша друидка его захилять. Так, мы сейчас посмотрим. Ну, ты сам все видишь. Что тут происходит. Даже не надо лишних слов. Этот грифон не поможет на ускорение. Просто все напросто продавили здесь. На этом ускорении и все. 33 тотема стоит у нас здесь. Естественно, здесь ничего они не сделают. Но пробивной был. Нормуль. Ну что же, очередная наша победа. И мы продвигаемся с тобой дальше. А дальше у нас предпоследняя миссия. Так, лучник. Ну, здесь, наверное, мы вернем с тобой старую команду. Уж с лучником можно разобраться с помощью тыквоголового. Ничего страшного здесь нету. Пускай только появится, сразу же мы его уничтожим. Никто не спешит идти. Ага, Палыч. Пошел у них паладин. Так, плюс копейщица сразу же, блин. И этот мелкий хмыреныш бежит, а? Крестьяшка. Сразу же. Давай вызовем некро. Заморозка. Ай, хорошо. Так, давай тогда еще воблера позовем. Окей. Так, и, наверное, еще одного тыквоголового. И еще самурая. Прекрасно. Ну что, лучница, сейчас тебе крышка. Ты бич, ты бич. В лицо такие два горящих фаербола в виде тыквы прилетело. Нормально так. Я еще сейчас выпущу корни. Еще и заморозка нам выпала. Не-не, тут даже шансов нет у них на победу. Так. Самурай в истерику у меня упал. А мы уже все, мы уже наносим урон по ихней колокольне. Соответственно, побеждаем. Слушай, а мы с тобой воблера прокачали до соточки, да? По-моему, прокачали.
Надо будет потом глянуть. Так, ну что, пойдем на последний поединок здесь у нас. Тут у нас епископ, да? Ну давай, наверное, этот все-таки отряд возьмем. Пускай он повоюет с ним. Так, сейчас мы ему пропишем, я думаю, этим отрядом. Единственное, что нам нужно будет позвать, наверное, старого воина. Как ты считаешь? Успеем мы его позвать? Я думаю, что... нет, ребят, наверное, не успеем. Хотя, если постараться... Я все-таки попробую. Так, тут еще и ниндзя пришла. Тихо, заморозку. Старый воин вышел. Плюс корни. Блин, ну грифон-то нафига тут нужен? Ну ё-моё. На-ка. Вот он. Епископ явился, не запылился. Сейчас начнет тут щиты вешать. Блин, то надо ему щит вначале снять, да? Так, выпустим корни. Вот это, конечно, бесяво, если честно. Это очень бесяво. И что вытворяет? Сейчас так он до меня доберется. Не, он упал, ребят. Он упал, этот епископ вшивый. Так что все отлично у нас. Погнали. Погнали, 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 погнали. Давай заберем монетки и пошли. Поскакали. Ну. Сейчас старый вояка бомбанет. Бамс. Еще давай ударчик. На тебе. Вот так вот он разбирается. Ну что, победа за нами, мы двигаемся дальше. А дальше у нас новая, ребята, локация. По-моему, нежить, да? Так, а здесь нам 9 кристаллов. Окей. Да, территория нежити. Так, тут отыграно. Возьмем этот отряд. Ну что, здесь у нас зомби плюс... Успею я вызвать, интересно, своего этого зомби? Этот быстро бежит, ребят. Успеваем, отлично. Оу, щит. Да бомбит его сейчас взрыв. Че он вытворяет, а? Да что ты? Блин, ну. Прекрасно. Прекрасно. Давай-давай-давай, этого зомби уничтожаем, отлично. Еще надо одну ниндзю позвать, и все это будет у нас тип-топ. Чтобы побыстрее все это разбирать. Ну, есть. Идеально. Идеально здесь прошли. И тогда погнали дальше. Именно этим отрядом будем попробуем пройти с тобой. Так, а вот здесь уже будет похуже. Здесь когтистый, с своими длинными лапищами. Захватывает как наземные цели, так и воздушные, да? И он даже может до низи добраться, ребят, если постарается. Так. Справишься, ниндзя? Ниндзя справляется, блин. Так, тихо, когтистого... Есть. Но специально, да? Вот специально он черепунтик свой выбросил, а? Он этого не должен был сделать, но, видишь, сделал. Бумс. Да, этот камикадзе-зомби, конечно, очень лютый чувачок. Да ты смотри, как специально, а? Да он достанет меня сегодня. Опять когтистый пошел. Слушай, я даже не успеваю, ребята, это... Я не успеваю армию клепать. Вот что я хотел сказать. Ну, хотя бы так, все-таки поражали мы их. Успели, умудрились, блин.
Видишь, они все идут в этот, в отравление, и, соответственно, получают урон. Давай, 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 минутка еще осталась. Так. Я. Отдай сюда башню. Все, ребята, получилось. И квест завершен, командир. Это круто. Давай-ка заберем с тобой награды. 4 кристалла, итого 257. А нам нужно сколько? 500. Нам нужно 500, чтобы открыть офигенный сундук. Надеюсь, мы когда-нибудь на него накопим через лет 5. Шучу, ребят. Так, ну что, здесь банши. Здесь, в принципе, то же самое. Ничего страшного нету. Ну, только что банша, она орет. Но я думаю, что моя ниндзя быстренько ему рот прикроет. Да? Ага, вызвал. На-ка, встреться с моим големом. Вот тут, естественно, сразу же нужно помогать. Сразу же, потому что чем плохо, ребята, этот камикадзе-зомби? Он проходит, и он может взорваться рядом с нашей базой. И, соответственно, урон получим. А вот и банши. Ай-яй-яй, ниндзя упала. Ниндзя, ребята, упала. И она еще глушит. Она может застанить. Понимаешь, тоже не очень хорошо для нас. Ага. Ага, прекрасно. Вот сейчас было изумительно. Ниндзя стояла на безопасном расстоянии, и мои бойцы, как говорится, не пострадали от этого всего. Давай еще ниндзю позовем. Так, отдай сюда. Ну-ну-ну-ну-ну, прижучиваем, прижучиваем. Так, это сейчас был зомби-камикадзе, да, взорвался? Ну, там уже не важно, ребята, кто там был. Потому что у нас там слишком плотная такая армия была, и, соответственно, он ничего сделать уже не смог бы. Камикадзу за камикадзе он вызывать не может, а так бы, да, если бы... Ох ты, тихо. Друзья мои, здесь опасно, здесь прыгун. Здесь прыгун. Так, подготавливаемся, здесь нужен будет паладин, естественно. Что-то никто не идет. Ага, все-таки явился, не запылился, да? Я жду. Я жду, и тут мы его раскурочили. Как ты можешь понимать, сейчас он все равно выйдет. Вот он идет. Так, нам нужно приготовиться. Сейчас будет перепрыгивать. Как ты видишь, у него ничего не вышло. У этого прыгуна. Так, еще один идет. Не-не-не, ему паладина не пробить. Даже, ребят, на ускорение не пробить. Как бы он тут ни пытался. Прекрасно сейчас молотильщик сделал. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Оглушили мы его. Мы ему оглушение повесили, и все. У него этот психованность спала сразу же. Так, давай-ка мы сделаем таким, наверное, образом. О, тихо, подожди. Сейчас прыгун же будет прыгать. А вот так вот очень опасно оставлять. Так, тихо, зомби там летит. Сердечко забрали. Ну вот, в принципе, уже и все. Да ты заколебал, а? Паладин, уничтожь его. Ты смотри, они как обороняют, а? Просто не подпускают меня ни в какую. Давай, давай, давай. Так, опять мы его там застанем. Что он там делает? Истерику свою врубает. Но мне кажется, это его не спасет. Есть. Шикарно. Ну что, поехали дальше продолжать. Последняя у нас здесь миссия. Кто босс? Босс будет жнец. Если честно, не хочу испытывать судьбу. Давай-ка мы, наверное, возьмем наш топовый отряд. В нем-то я уверен на 100%. Ты представляешь, какой вот этот вот, вот этот скелет, вот этот, какого великана. Представляешь, этого босса такого здорового. Ну и что, банши вышла, да? Поехали. Так, может быть, там еще и летучку позвать, не? В принципе, можно. Давай Ронина позовем. Чух. Блин. А сейчас взорвется, а?
Ага, вот этим, ребята, он и опасен. Этот зомби, камикадзе, что взрывается, наносит офигеть. Воу! Фига себе, подарочек там такой шел на меня. Что, босс, что ли, собирается выйти? Точно. Твою налево, прикинь, как он загасил-то всех. Так, надо вылуплять. Супер луч, е. Прекрасно. Справились, слава богу, да? Ну что, забираем награду. Сундук нежити, и выпадает нам что? Это все у меня есть, это все прокачано. А территория у нас захватчиков. Так, захватчики, значит, да? Ну что, будем пробовать этим отрядом, наверное, да? Доигрывать. Ну, почему бы и нет? Страж плюс морской слизень, или как его там? Ну ты понял. Слизень-морпех, одним словом. Так долго не выходит. Ага, вышел, вызвал. Вызвал, гаденыш. Смотри, как, какой наш жучара. Этот еще своей массовой атакой бомбит. Его бы застанет, отлично. Все. Здесь он, ребята, инициативу потерял. Сразу же причем. Тогда мы делаем с тобой следующим образом. Я вызываю богиню солнца. И сейчас она будет здесь своим лучом так вжаривать. Так великолепно поджаривать. Да хрустящие просто корочки. Все, базе крышка. Довольно быстро мы тут запинали их, кстати. Ну что, поехали дальше, пока, как говорится, горячо. Оу. Хищнец. Собственной персоны. Так, против хищница. А будем, наверное, использовать вот этот отряд. Ждем. Так, выпускаем этого. И, если что, естественно, через молотильщика. Вот он бежит. Так. И вот так. Ну, радоваться рано. Сейчас опять же этот... Ага. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Ну, тут уже можно и паладина позвать, да? Как говорится, не страшно. Угу. Ну, да что там, блин, происходит? Ну, куда ты разогнался, а, хищнец? Все прекрасно знают, что ты собираешься делать. Поэтому не надо выпендриваться. Блин, этого стража пока пробьешь, трэш какой-то просто. Так, сердечко летит. Все, оно даже нам не понадобилось. Я думал, сейчас приворожим врага, но и так справились. Третья миссия. Здесь, блин, вот здесь будет похуже. Здесь пришелец. Но он один. Так что давай. Тут главное, чтобы, ребята, если пришелец успевает похитить, даже если он похищает, главное, чтобы он не переманил наших бойцов на его сторону. Вот что. Потому что он переманивает, он дальше идет и следующего хватает. Пускай он пролетает здесь над гнездом кукушки, да? А я сейчас, наверное, начну с друидки сразу же. Да, я начну с друидки. Друидку он похитить не может. А она у меня выстоит здесь с помощью чего? С помощью тотемов, естественно, ребят. Смотри, 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 смотри. Смотри, тотем стырил, а? Фига ты, жук. Ну-ка. Пришелец-то куда-то убежал. Испугался, бедолага, да? Пошли. Два молотильщика уже на базе. Так, похити. Куда ж ты?
Ну, я думаю, что все. Тут уже, ребята, в любом случае крышка. Друидка просто, ты видел, как она одним взмахом отхиливает им здоровье. Просто там чуть-чуть здоровья у них было. Один взмах, и ХП у них восстанавливается. Все причем. Так, здесь у нас... Блин, хищнец, плюс этот тритон еще. Ё-моё. Против тритона. Но если мы успеем с тобой, например, опять же сейчас позвать сразу же друидку, то победа будет за нами сразу же. Если же нет... Тритон, ты представляешь, что он сейчас будет на... вешать на этого, как его... Вот на страже будет вешать вот эти всякие отражения и тому подобное. Это будет люто. Он и так фиг его пробил. Ну, а он идет, ребята, он идет сзади. Так, значит, чего? Эй, мы так не договаривались. Видишь, что он делает? Щиты вешает и тому подобное. Давай, друидушка. Делай там что-нибудь. Так, завалили. Ха, тритона сразу. Этот молотильщик, ребята, когда погибал, выпустил свою циркуляру. И, соответственно, этот, который среди стоял, слизень его тиш, и вместе с тритоном просто подчистую снесли. Я представляю, если вызвать две друидки. Можешь представить, какая это будет имба? Две друидки. Так, отдай сюда. Ну что, прошли? Причем довольно неплохо, я считаю. Так, и последний у нас здесь этап. А, лорд пустоты и собственной персоны пожаловал. Ну что, я не буду, ребята, искушать судьбу. Здесь лучше возьмем с тобой топовый отряд. Потому что лорд пустоты, он такой. Еще тот жучара. Начинает вот эту свою фигню бросать. Вначале всех соединяет, потом наносит урон и разбрасывает. Так что мы сейчас... А мы сейчас сделаем с тобой проще. Я могу позвать, наверное, сейчас ведьму. Ну да, он потратился на пришельца. Я позову сейчас ведьму, если успею. По идее, должен успеть. А ну-ка. Сейчас глянем. Тыч. Я немножко удивлен, что не надо тут никаких пришельцев нам. Во-во-во-во-во. Тыч. Тритон такой опупевший стоял. Вот что происходит? А вот то и происходит. Что ханарики вам, друзья мои? Да. Лорд пустоты даже носа не показал. Мы его тут базу уничтожили. Ну что, берем награды. Награды у нас сундук захватчика. А в нем у нас лежит... Ну, это все у меня прокачано. Ау, мы уже прошли с тобой, да, получается? Сакура, трансформатор и ядерный робот. Ребята, 161-й телепорт у нас. Вот так вот. Погнали. Долина подданных у нас здесь. И... Слушай, долина подданных. Нам нужно что-то такое быстрое, очень быстрое. Хм, по идее, вот этот был бы отряд очень кстати. Этот слишком, слишком тяжелый. Хм. Фехтовальщик справится ли? Ну, давай попробуем. Сможет ли мой самурай справиться с фехтовальщиком? Я почему-то сомневаюсь. Я почему-то сомневаюсь, что он справится. Но если только с воблером, с поддержки воблера, тогда еще может быть. Если воблер вообще успеет подъехать к этому времени. Что, блин, не особо большой вариант. Оу, щет. Ну ты видишь, да, что происходит? Не, ребятушки, это не вариант. Хотя если корни... Да, через корни только у нас вот получилось. Только лишь через корни. А теперь нужно как можно быстрее вызывать нам тыквоголового, и тогда все будет окей. Все, пошла, как говорится, маза. У нас пошел расколбас. И тут уже будет уничтожение вражин. Так.
Погнали, погнали, друзья мои. Замок уже впереди. Замок уже впереди. Так, нужно тыквоголовому нужно два раза выстрелить фехтовальщика, чтобы его уничтожить. Дай-ка я выпущу корни. Вот так. Но в любом случае этот отряд нужно было отыгрывать полностью, потому что энергия накапливается, ее нужно сразу тратить. Ну что, с первой нас победой на новом, как говорится, телепорте. И мы переходим с вами на вторую локацию. Здесь прибавляется копейщица. Копейщица. Так, расстояние чуть-чуть длиннее здесь будет, да, между замками. Поэтому я думаю, что голем успеет к этому времени подойти. А там уже можно будет и низю выдвигать. Так, что? Что? Кто, надеюсь, справится? Ну, да, он, конечно, очень шустро бомбит, фехтовальщик. Тут уж, ребят, не поспоришь, я серьезно говорю. Бомбит он, будь здоров. Но зато и он тоже ватный. Ну, я думаю, что здесь мы его прожмем. Я еще и молнии выпущу. Обожаю, когда молнии попадают в цель. Хотя у них удар молниями идет рандомный. Они могут и попасть, а могут и нет. Ну и все, песенка спета. Противничка нашего, да? Прекрасно. Так, мы с тобой двигаемся дальше. И тут энергия уже все тоже закончилась, к сожалению. Но у нас есть с тобой вот этот отряд. Он, блин, такой тяжелый. Мне кажется, надо его поменять. Потому что Джаггер Джаггером, но... Ну вот смотри, вот как ты вот сейчас мне прикажешь здесь быть? Нет, я, конечно, вызову Джаггернаута, но... Блин! Еще и эффекта вышел. Ну-ка. Ага, взрывом снесли мы этого фехтовальщика. Лучница, ну естественно. Зашуршала там. Так, они застанили моего Джаггернаута. Я вызову сейчас. Давай вот так сделаем. Ну. Пошел, 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 пошел. Что там происходит, не пойму я. Ну, все нормально, нормально все идет. Баллиста работает как надо. Держит дистанцию. Ну и Джаггер, естественно. Еще одного. Но все равно этот отряд, ребят, вот если бы у нас, например, баллиста была бы немножко в другом отряде, какой-нибудь поскоростнее, там бы было бы от нее больше только. Здесь мы живем за счет одного Джаггернаута. Ты понимаешь, да? У Джаггернаута, как бы, получается две полосочки жизни. Первая, когда он активный, вторая, когда он неактивный, когда его подбивает. Так, вот здесь тоже мне не нравится особо. У нас бродяга, он погибает от удара нашего ползуна? Или нет? Скажи вот мне вот это. Я знаю, что от Джаггернаута он падает. Поэтому нам придется его сейчас вот здесь вот поджидать. И активировать Джаггернаута. Да, с одной плюхи он, конечно, погибает. Так же, как и фехтовальщик. Оу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, на-ка. Да что вы там делаете, ироды? Ну-ка проверим. Ага, он погибает, ребят. Бродяга погибает от удара, ну, от взрыва нашего ползуна. И это хорошо. Это очень хорошо. Так, пошли мы вместе бомбить. Ага. Бродяга клюнул на раненого Джаггера, да, который лежал там у нас. Жить. И пока он его бомбил, мы его, естественно, раскурочили. Давай, 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 бомбим. Ё-моё, тут осталось совсем чуть-чуть. Бумс. Последние, последние удары. Бродяга не успел добежать до цели. Так, ну что, поехали. У нас, ага, последняя миссия. Здесь у нас король. Здесь у нас король против короля. Чё,
Ну давай возьмем этот отряд, имбовый наш. Быстренько с тобой чекнем короля. Здесь вот бесит в этой атмосферке, это бродяга, естественно. Вот он напрягает. Он невидимый, его постоянно нужно контрить и не упускать, естественно, из вида. Так, ну давай. Вышел не тут отряд трясогузки. Ронин красавчик. Так, минус лучник. Ну и Ронин погиб. В этом случае, конечно, Ронин ватный. Так, замечательно. Интересно, выйдет, успеет король? В прошлый раз он успел выйти, да? Вот здесь я почему-то сомневаюсь. Так точно, ребят. Мы разнесли, даже его не увидев. Слишком быстро, слишком хорошо. Ну что же, продолжаем с тобой нашу эпопею. Забираем с тобой сундук подданных. Король, замок. Король, по-моему, не прокачанный, а вот замок у нас прокачан по фулке. Летучка плюс голем. Если с големом еще все ясно, то вот как мне с летучкой быть, ума пока не приложу. Гриф. Блин, да как? Не, ребят, это... Хотя... Давай. Не успей, да? Успел, ребята. Ну опять же, блин. А если так? Давай. Фух. Чудом просто, ребят, каким-то успеваем. Нормально. Отлично, я тебе даже скажу. Получилось-то у нас здесь проконтрить. Вообще ништяк. Так, еще и ускоряха. Ну, тут уже все. Тут уже им никто ничего не поможет. Две баллисты, если появилось, то шансов у них на победу здесь не может быть. Они будут расстреливать. Три цели поражает. Три стрелы, ребят. Все. Допрыгались. Слушай, ну хорошо. Хорошо идем. Поехали. Так, привидение. Ага. Давай-ка попробуем этим отрядом с тобой отыграть. Блин, привидение бесявое, конечно, если честно. Мне нравится, ты его один раз запустил, и вот он так вот летает и выносит мозг мне. Если бы у тебя был, то, соответственно, врагам. Здесь обязательно нужен паладин. Он еще более-менее держит удар, как говорится, от этого привидения. Остальные же страдают. Окей, погнали. Так, ну-ка. Оу. Фу, уничтожили. Я совсем забыл про чумнуху-то. Сейчас бы довыпендривали здесь. Если бы она пролетела бы мимо, было бы очень плохо. Ну чё, давай, пинаем, отлично. Прекрасно. Друидку вызовем с тобой на всякий случай. Ну, вдруг пригодится. Отличненько. Нет, даже пускай не пробует. Все, запинали. Погнали дальше. Так, третий этап. Здесь, ё-моё. А здесь у нас служитель тьмы появляется. Я вот не знаю, этот отряд. Хотя расстояние-то, в принципе, нормальное уже, да, такое длинное. Ну, понимаешь, в чем сейчас будет фишка? Он вызовет голема, в первую очередь. А этот голем будет подпитываться за счет служителя тьмы. Он будет сзади идти, уничтожать. Ну, короче, сейчас увидишь. Эту песню мы проходили, это уже неоднократное, как говорится, поведение. Так что все уже изучено досконально. Сейчас нам нужно с тобой будет просто вызвать баллисту. Так, и... Вон, он на каком? На втором, наверное, да? Да, он, наверное, все-таки на втором сделает. Блин, еще отхиливает-то так много. Смотри. Видишь? Вообще жестко хиляет.
трындец какой-то. Это что за, я не знаю, что за беспредел такой, эй. Давай клетку, что ли, выпустим. Нормуль, вот сейчас хорошо было. Все, допыхтелся, гаденыш. Ушатали мы его. А теперь уже будет все намного проще. Еще и ускоряшка. Смотри, за какие-то считанные секунды просто разнесли на ускорение с тобой базу. Так, предпоследний этап. И здесь у нас жнец. Ну, со жнецом-то мы разберемся сейчас. Со жнецом нам не впервые воевать. Вот интересно, если вот взять ведьму и жнеца, кто из них победит? Ну, я имею в виду один на один. Жнец, он ближний, да? Ведьма — дальник. Мне почему-то кажется, что жнец. Ну, не знаю, кажется вот просто так. Точно я тебе не скажу. Так, слушай, ой-ой-ой. Так, ну тут пора, наверное, таким вот образом делать. И вызывать будем с тобой ведьму. Наверное, еще и так надо сделать. И вот так. И вот так. О, когтистых вызвала ведьмочка моя, отлично. Слушай, что-то мне как-то это не совсем нравится. Ты знаешь, что происходит? Ты мне что, решил одолеть, что ли, всеми этими? Ну-ка. Отлично. Фига себе, он начал как плотненько меня давить. Ну ты видел, да? Я даже не мог сдвинуться, я думал, сейчас еще и профукаем. Но, слава богу, вырулили. Слушай, а почему я... Твою налево. Блин, чё так я тупанул-то? Вот здесь надо было, блин, я просто зря отыграл. Ладно. Здесь у нас будет с тобой этот вояка. Почему мне переклинило, что жнец? Тихо-тихо-тихо, родной. Успокойтесь, чумуха, иди. Иди гуляй. Так, нам, наверное, тоже надо, да, чумуху позвать? Ну, отражение-то сделай ты, а? Красавица, вот так вот оно и должно быть. А, я обожаю, когда вот так вот происходит. Тихо, блин, Ронин вообще не успел ничего сделать. Прыгнул, взял лужу такую кислотную, перепрыгнул. Запинали, все. Шансов нет. Красиво. Красиво получилось. Так, ну что? А, здесь у нас закончилась энергия, да, к сожалению. Сундучок забираем. Банша. Так, и нефритовая долина. Йоу, 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 йоу. Тихо, 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 тут Ронин у нас. Блин, а у меня последняя энергия, да? Тут Ронин. Ну и ты сам видишь, кто там еще. Так, побежит он, интересно, или нет? Эй, да ладно. А вот на Ронина нам не хватает с тобой запала ползунка. Ну, тут, ребята, фейл. Здесь с Ронином, ну, это бесполезно вообще воевать. Давай просто ускоряться и проигрывать. Этот отряд вообще здесь не предназначен. Если бы ползун убивал бы Ронина бы с удара бы, тогда да, базара нет. А таким вот макаром ничего не получится. Так, что я хотел сделать? Я хотел зайти в свою армию и прокачать до соточки, кого еще не докачал. Так, здесь вроде бы... Так, тут не прокачанные до сотки. Когтистый у нас. Давай-ка мы его докачаем. Норм. Так, дальше идем. Привидений слишком много качать. Здесь хилбот. Пока не будем, наверное. Так, может быть,
Вуджена прокачать. Ну, до сотки, конечно, не смогу сейчас сразу же. Ну, до какого уровня нам хватит? О, соточка. Блин, ему бы пятую звезду, и вообще было бы круто. Я бы его брал, наверное, в отряд, ребят. Если честно. Так, денежка еще есть у нас, поэтому... Там чуть-чуть, да, осталось? Кого бы тут... Может, хоть раз тритона попробовать в действии? Что он себя вообще, ребят, представляет? Надо будет прокачать его как-нибудь. Взять пару раз на боевку и посмотреть, насколько он хорош. Ну что, друзья мои, а на этом я, пожалуй, буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.